мои дорогие друзья, гости моего канала. Вы на семейном творческом канале, и с вами Лёля Рукодельница. Сегодня у нас будет обзор посылок с Алиэкспресс. Вы видите на своем экране всего лишь одну посылку, но в этот раз нам опять положили очень много мелких посылок на таможне в один пакет. И это уже сделали, по-моему, даже в самом Китае на почте. Мы заказывали у разных продавцов, и очень удобно. Посмотрите, у них какие интересные пакеты появились, Алиэкспресс. Первый раз нам в таком пакете приходит. И там несколько посылок. Сейчас мы с вами вскроем, посмотрим, что нам пришло. Но в основном здесь все заказывал супруг для себя, а именно для своего самоката электрического. Смотрите, сколько там лежит мелких посылок. Прям целая куча. Все, пакетик пустой убираем. И здесь у нас с вами лежит 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сразу 7 посылок. Представляете, за каждым ходить на почту. Так, ну что? У меня тут кошка мешает мне. Начнем вскрывать пакетики. Так, что у нас здесь? Проверяем. А, подарочка, как обычно, нету. Это зеркало. Это боковое зеркало, ребята, и оно пришло треснутое. Посмотрите. Как вы видите, оно пришло треснутое. Вот она, трещина. Здесь имеется такой интересный, удобный крепеж. Следующее у нас, во второй посылке у нас лежал вот такой вот крючок. Это тоже для электрического самоката. Крючок, к сожалению, идет у нас без болтов, но, по-моему, там на самокате болт есть в том месте, куда этот крючок крепится. Вот такой вот крючок достаточно хорошего качества пластмасса. Он такой жесткий, прям хороший крючок. Ну, для того, чтобы вешать сумки на самокат. Крючок что-то там такие копейки стоил. Ну, очень-очень удобно. Его ж можно куда угодно прикрепить, не именно на самокат. Так, третью посылку открываем. Так, щупаю, чтобы не порезать, если что. Так, что у нас здесь? Здесь у нас лежат какие-то штучки-дрючки. Так, это у нас... И нам положили в подарок вот такие две наклеечки. Следующая посылка. Я сейчас что-нибудь прорежу, меня супруг убьет просто-напросто. Так. Это вот такие наклейки на самокат. Неприятного запаха не имеют. Такой вот у них клеевой слой. Ну, в общем. Наклейки. Так. С
Следующая покупочка это... такие вот резинки. А, это, в общем, вставляется вот такая пластмассовая резинка, мягкая. Она вставляется возле подножки, тоже как герметация от дождика. И, кстати, от нее идет такой химический запах пластмассы. Не очень приятный. Штучки. А, это крепится на руль, где он складывается, для того, чтобы как можно дольше сохранить механизм. Неприятного запаха они не имеют. Вот такой вот они сделаны из такой мягкой-мягкой резины. И последняя наша посылка. Такое яркое здесь. Такая красненькая. В общем, две таких штучки из мягкой резины. Неприятного запаха не имеют. В общем, это такие у нас покупки совершались для апгрейда электрического самоката Хайоми. И Ксиоми, как он там называется. В общем, не знаю, мои дорогие друзья. Этого всего, конечно, расстроило зеркало, потому что оно нам было здесь, ну, очень нужная вещь такая. Все ссылочки на эти товары будут под видео в описании на продавцов. И, кстати, эта посылка к нам очень быстро дошла, наверное, за 2 недели. Мы даже не ожидали, крайне быстро. Так что ссылки на продавцов я оставлю под видео в описании, если кому-то что-то понадобится. Проходите и заказывайте. Ну, а я буду с вами на этом прощаться. Всем пока-пока. До новых встреч.